Всем привет. Многие сталкиваются, что устанавливают драйвера, и как бы они есть, но их нету. Кто, например, пробует установить как, там Xerox, там телефон, ну кое-какие приставки, здесь не получается ничего, например, да? Он есть, но его нету, как бы здесь вот прозрачное. Кто-то, может, и пробовал устранение неполадок, пытается что-то сделать. Но это, конечно, все ерунда. В принципе, можно сделать, но... Или пишет USB-устройство, например, оно более старее, но USB-3, например, оно не работает. Или здесь восклицательный знак стоит. Или еще что-нибудь, какие-то вопросы бывают. Их, ну, как бы можно... перенос на устройство, например, телефон или еще что-нибудь можно. Ну, то же самое будет. Здесь можно, вот, например, поставить обновить драйвер на компьютере. На компьютере в основном ставится после установки драйверов. Orbit драйвер я вам давал. Боснер называется. Вот. Или как-то, ну, может, не хватает. После этого надо только так делать. Когда у вас обновится. Здесь вот, например, ставит, как бы десятка ставит постоянно такие вот вещи. Если, например, убрать галочку, у вас появится вот здесь вот. Вот все драйвера, которые у вас есть. Можете вот пробовать. Кстати, вот за это вот, что я делаю, например, тоже кое-какие деньги берут. 100-200 рублей, например. Вот так вот. Поставили драйвер. Я там показывал, например, ставить как на флешку. Ну, в принципе, то же самое практически. Здесь надо вот постоянно выбирать. Или рамка выпадет. Другая совсем. Вот. И так вот, например, можно МТР. Если у кого телефоны, например, не Эриксоны. Сейчас скажу. Ацеры, потом эти идут, потом МТР идут, ну, всякие вот такие телефоны. Стандартные это. В основном ставят USB-устройство, если через USB ставите. На это просто чисто телефон. Ну, в принципе, все. Пробуйте, делайте. Получится. Спасибо, до свидания.